Сегодня около 8 утра под Барнаулом перевернулась Toyota. ДТП стало причиной многометровой пробки около поселка Солнечный. Подробности аварии пока неизвестны, но, судя по всему, машина врезалась в отбойник. Также очевидцы сообщают, что с водителем все в порядке. На перевернувшейся Toyota номера Республики Алтай. На месте работают сотрудники ГИБДД. За последние несколько дней в крае это не первый случай, когда машина вылетает с дороги. 28 июня на Заринской трассе между селами Сорочий Лог и Бешенцево разбился бывший начальник регионального УФСИН. Генерал-лейтенант Александр Семенюк проработал в ведомстве 17 лет. За время службы был награжден множеством медалей и орденов. Александр Семенюк скончался в возрасте 67 лет. Сегодня в храме Иоанна Богослова с ним состоялось прощание.